Ну, Катя, приступим. Нет, рожки верни! Надо, пожалуйста, ну подумаешь, не полетела с первого раза, ну и что? Ну проспорила в предыдущей серии, говорит, если я прям сейчас не полечу, в следующей серии я побреюсь на лысо. Было такое? Было, ну можно же простить один раз. Не надо, пожалуйста! Так, сейчас, сначала надо укладочку. Зачем, если ты все сбривать будешь? Ох, укладка так укладочка. Немножко здесь. Немножко здесь. Вот так. Ну давай, выходи, покажись людям, как там получилось. Давай, выйди на улицу. Я никуда не выйду. Выходи на улицу, ты в предыдущей серии меня брила. Оля, какая красавица там прячется. Выходи, девица из дворца. Я не пойду никуда, я сегодня сижу дома. Выйди, давай, ты же не будешь сейчас всю серию сидеть у нас там в каморке. Выйди на улицу! Ты смотришь? Смотрю. Ну давай без этого, ну только не смейся. Привет. Как выпрыгнуть? Не надо прыгать в воду, ну вернись, ну ты на меня посмотри, вот смотри, какой я красавец, посмотри, видишь, я тоже проспорил. Ты нет, ты не красавец. Ну чем мы хуже друг друга? Ну ничем. Ну два голых шара для боулинга. Верни мне мои волосы! Вот когда отрастут, вот тогда и верну вас, а или возможно Новый год Дед Мороз там подарит новые волосы. Не надо просто давать обещания лишний раз, ты себе не представляешь, как подписчики мне под каждой фоткой, под каждым роликом везде заспамили. Катя же обещала побриться, ну вот, обещание выполнено, да, Катя? Да, только знаешь что, я научилась, вот пока ты там что-то делал, там ходил туда-сюда, я научилась с места взлетать. А ну давай, только давай еще раз сделаем так. Если ты сейчас не взлетишь с места, тогда. Не-не-не-не-не-не-не. Нет, не факт, что у меня с первого раза получится, но в принципе раза с третьего у меня должно получиться. Ну давай, продемонстрируй подписчикам, чтобы все ахнули-охнули. Давай. Так, разбегаемся, два раза. Ну, сейчас. Ага, ну давай. Сейчас. Ну давай. Просто забыла, сейчас. За две минуты забыла, да. Ага. Сейчас. Да, давай. Ага, да. Сейчас, да. Подожди, вот последний разочек. Ну давай, последний раз, давай, ага. Ну, ладно. Ну блин, у меня правда получалось, пока вот ты там вот ходил, подготавливался к серии. Да, так я тебе и поверю. Вот да, на самом деле я подготавливался к серии, потому что я успел сделать? Кать, давай за мной, побежали. Лысый лох. Сам такой. Ну, как бы да, я не отрицаю, что я тоже лысый. Последние несколько серий вне кадра я занимался именно вот этим. Я строил вот такое небольшое убежище для дочери Катюхи, для Елизаветы. То есть вот этот весь домик предназначен только для нее. Этим мы занимались, как обычно, на стримах, которые вторник, четверг, суббота, в 7 вечера по Москве. И вот что я ей построил. Кать? А вот это что такое? Вот это вот проход какой-то, туннель? Это потом тропинка будет, поэтому не вникай. Здесь живет Елизаветик. Здравствуйте, только не надо выбегать. Вот она, видишь, вот там такая, тусуется. Ей там не грустно одной, у меня даже там еды нет. Может быть, хотя бы ягодку дать ей, да ягодку там. Ну давай, держи. Давай. Она будет кушать. Дуремон, да дуремонская, вот почему я там ее закрыл, потому что мы ее сейчас фиг словим. Катя, ну что ж ты делаешь в этой жизни? Стой, Елизавета. Я ничего не делала, ей ягодки дала покушать. Стоп. Давай за мной. Вот так и доверяй ей детей. Давай, заходи, Елизавета, вот туда, обратно, внутрь. Там ягодка лежит, на, держи, кушай. Так, вот так, давай, Елизавета, заходи. Угу, давай. Только в этот раз я тебя на всякий случай вот так прибежу. Ага. Ягодку возьми, пожалуйста, так, вот, ты... на, держи. На, раз, два, три, четыре. Все, молодец, кушай. Все. Выплюну, да. Ты смотри, я прям харкнула так смачно. Вот ты противная лисица, а! А расскажи, пожалуйста, поподробнее всем про наши планы на сегодняшнюю серию. Лысые планы на сегодняшнюю серию. Наши лысые планы сегодня вообще безумные. Мы будем подрабатывать сегодня Дедами Морозами и Дедами Снегурками.
женщинами-снегурками, бабками-снегурками. Да. Если у кого-то нет новогоднего настроения, знай, сегодня оно у тебя появится. Ну, по крайней мере, мы два лысых чучела постараемся его тебе подарить. Хотя бы чуть-чуть, вот столько. Ну давай уже, не томи. У нас же есть наша любимая деревня, которую мы развиваем, которую мы защищаем, вокруг нее строим стены и облагораживаем. То есть, что мы сегодня будем делать? Мы будем дарить всем жителям деревни подарки. Поэтому, Катя, прямо сейчас нам с тобой нужно со всех наших сундуков выбрать каждому по 10 предметов. После этого мы отправляемся в деревню и тихо, вот настолько тихо, насколько возможно, каждому жителю в камин сбрасываем по одному подарочку. Я могу сама выбрать какие угодно подарки, можно, прям, да, подарить? Вот прям любые-любые, но только 10 штук. Все, я каждому из нас даю по минуте, выбирай что угодно, после этого встречаемся и друг другу показываем. Все понятно? Все понятно. Все, давай, лысая мумия, давай, выбирай. Возьмем вот это, возьмем вот это. Ну, музяку, мне кажется, они тоже любят, возьмем вот это. Так, а я возьму вот это, пожалуй, это самому отличившемуся. Так, тут... Так, ну и сколько у тебя предметов получилось? Так, у меня получилось 8 предметов. А у меня 7 предметов. Это значит, что сегодня мы с Катей осчастливим 15 жителей, которые себя хорошо вели. Ну или нехорошо, там уже посмотрим на их поведение. Да, и это как бы, чтобы вы понимали, и подарок не на Новый год, ведь сегодня всего лишь 8 декабря. Чтобы так немножко задобрить перед Новым годом, чтобы они были более продуктивные, чтобы больше нам хороших ресурсов продавали. И, Кать, давай перед тем, как мы доплывем, вот новогоднюю песенку давай какую-то, ага, давай. Давай. Джингл беллс, джингл беллс, джингл тра-та-та. Дальше ты. И. Тра-та-та, хуя-хуя, тра-та-та-та-та. Пердольк! Оп! Сразу видно, английский у нас просто на высоте. А ты уже определилась, что и кому ты будешь дарить, а, Кать? Да, я знаю уже. У меня есть в деревне один любимчик. Ему я такое подарю. Вот он вот вон в том доме живет. Вон в том. А вон в том такой двоечник сидит. Ты офигеешь, что я ему подарю. Ну, давай мы не будем друг другу раскрывать эти секреты. У меня есть 7 предметов, которые я тоже им подарю. И давай мы с тобой выберем первый дом, куда мы тихо проберемся посередине ночи, чтобы нас никто не заметил. Подарим что-то вот через дымоход. Ну, или скинем туда, или спустимся, и сразу же оттуда пью, умотаем. Так, ну главное мне не налажать с полетом. Я, наверное, полечу вот на вот этот вот дом. Вот этот, ближайший, да? Ну давай тогда, ближайший. Давай, всё, давай. Давай, так, только не разбейся, подожди, пожалуйста. Ну, это как сказать. Так, давай. Два раза W, два раза пробел. А зачем ты так далеко-то улетела? Тебе просто спуститься сюда вниз нужно. Давай, нет, давай, я хотела... Ага. Вот, на этот дом я хотела. Так там же нет камина, вот камин, Кать! Ну я пробью пол, потолок. То есть ты такой Дед Мороз сейчас потолок, да, будешь пробивать, чтоб под... Да нормально. Вот, все, отлично, прям вот посередине комнаты сейчас сброшу. Ладно, давай ты тогда сюда, а я спущусь вот сюда. Только мне придется, походу, в костер прыгать, в огонь и задницу себе поджигать. Давай, короче, ты бросай подарок туда в дырку и потом давай сюда ко мне, только быстро. Они все спят, поэтому сейчас на улице, как вы видите, никого нет. И времени до утра не так уж и много осталось. Давай, ты в дом провалилась! Да, тут никого нет, я быстро оставляю подарок и сваливаю отсюда. Давай, давай, сваливай. Раз, два, три, четыре, все. Оставила, ушла, до свидания, пау, пау. Чего четыре? Четыре тарелки. Ты собака сутулая, я же тебя сейчас сам подарю вот этому жителю, нафиг, ты чё меня палишь? А вот у меня не все так просто, как у тебя, мне нужно спуститься вот туда, давай ты первая. Куда, в огонь? Ну, мне же нужно как-то, как Дед Мороз, через дымоход пробраться, да? Ну, знаешь, вообще-то это очень рискованно! Ой! Доброй ночи, молодой человек. Вы нас не видели. Я тут просто проходила. Он проснулся? Нет, он спит. Давай быстрее, падай. Да, потуши ты сначала огонь, тыкни по огню. Вот. Все, прыгай. Тихо ты, слон. Как я не знаю, кто. Тихо. Отойди. Сейчас подожди. Я вот в сундучок возьму. И в сундучок это все. Главное не разбудить эту попесяку.
Так, а вот этот у нас... Подожди. Вот это у нас, как я понимаю, кузнец. Он хорошо с работой справляется, поэтому я ему подарю... Что бы ему подарить? Кузнец. Что кузнецу надо? Давай кузнецу зловещий флаг. Он будет очень счастлив такому подарку. Да, скорее всего, все, пускай, да. Он мне хороший. Можно ему тоже подарить кое-что? Ну, давай, подари только быстро. Все, я ему золотой меч дарю. Ну, на прочность один, ты прям сама щедрость, Кать. Все, давай, выходи. Выходи, пока он не проснулся. Дальше идем. До свидания, мистер. Так, следующий дом. Давай вот сюда. Это соседний дом, только тихо, на шифте заходи, да. Че ты топчешься, как кобыла вот это? Это тоже спит, это у нас картограф. Так, это у нас картограф, только почему-то у него стол лучника. Слушай, ну картограф вроде неплохой, поэтому давай мы картографу подарим... алмаз, я хочу ему алмаз. Алмаз? Да. Один алмаз? Да. Ты сумасшедший. Подарить? Ну, давай, дари, все-таки как бы 8 декабря праздник. Праздник, да. Ну картограф у нас хороший, он много полезной работы выполняет, поэтому все. Как ты это сделал? Да у него там что-то с дымоходом, дымоход засорился, смотри, вот листво, я не могу вылететь. Ладно, давай тогда вот так тихонечко выйдем. А я его могу разбудить фейерверком? Ну ладно. Ты такой добрый молодой человек, просто. Спит как убитый. Так, я сейчас иду вон в тот дом дарить подарок, поэтому ты пока подожди меня на улице. Почему мне тебя на улице-то ждать, не могу понять? Дом маленький, мы не поместимся. Я сейчас подарок оставлю, потому что он большой, и приду. Все, тихо. Ну, давай. Это, походу, твой любимчик, да? Вот дом любимчика, наверное. Ну, как тебе сказать? Он не особо-то любимчик, он просто плохо себя вел. В школе на двойке учился. Маму не слушал. Учителей не уважал. И ты решила ему динамит подарить? Ты лучше отойди, давай со стороны на салют посмотрим. Мать моя женщина! Кать, ты зачем? Ты, походу, его очень сильно недолюбливала, как я вижу, да? Проснулся, доброе утро. Что ты скажешь свое оправдание на печеньку? Ты же понимаешь, что у нас должна была тихая миссия быть. Ты сейчас пол деревни разбудила к чертовой бабушке. Вот там еще один проснулся. Короче, Кать, у нас очень мало времени. Давай за мной. Давай за мной. Давай. Вот сюда. Вот этот дом проклятый. В голову, просто в голову. Как тебе могло прийти подарить человеку динамит? Ой. Подумаешь, вот будем в следующий раз знать, как себя плохо вести. Так, я пока пойду в другой дом, чем подарю. Давай. Так, это, как я вижу, бедная какая-то семья здесь живет. У них ни кровати нет, у них даже пол из земли сделан, поэтому я им подарю зелье исцеления, оно дорогое нынче в народе, и подарю алмазную мотыгу. Вот так, пускай он у нее будет. Буду так, там ферму вот это копать. А я зашла в дом такой нормальный, вроде даже немножечко богатенький. Я оставлю тут стак лазурита, целых 64 штуки. Пусть что-нибудь чарят себе, пригодится. Слушай, не слишком ли мы много как-то за вот это раздариваем подарки? Я только что человеку алмазную мотыгу подарил. Алмазную мотыгу? Ну да. Ты алмаз подарил тому, алмазную мотыгу подарил другому. У тебя что, алмазов дофига, что ли, в жизни? Да алмазная мотыга самый бесполезный предмет, который существует в Майнкрафте. На кой фиг они самый нам нужны? Самый бесполезный предмет — это ты. Слышь ты, лысая чупакабра, ты бы не умничала, а то сама не... Да по... на себя посмотри, лысая чупакабра! Ах, вот так вот! Хорошо? Ах, вот так вот! Хорошо, я просто тебе хотел сегодня сделать секретный такой подарок, вот тебе на 8 декабря. Но не сделаю, если ты так обзываешься, хорошо. Мне подарок? Да. Я не обзывалась, это же ласково, я по-дружески просто... Вот да. Сейчас вот это, фигу с маком держи, я тебе ничего не подарю в этой жизни. Вот пойду домой и сделаю сам себе вот этот подарок. Шутки, ну давай подарок мне подари, хорошо, да? Ня! Вот готовишь своей девушке подарок, готовишь один день, два дня, неделю готовишь, думаешь, что ей понравится. Она вот так к тебе относится, да, получается? Ну и ну, все. Ну прости, пожалуйста. Вот так вот, да? Ты знаешь, что вообще в этом сундуке? Нет, не знаю. Ну давай так. Я извиняюсь перед тобой, тебя больше не буду ни обзывать, ничего, ты мне подарок даришь, давай.
Вот если ты хорошо попросишь подписаться всех на канал, чтобы вот это новые серии выживания, новогодние, не пропускать, вот тогда я и подумаю, дарить тебе то, что находится в этом сундуке или нет. Ни слова больше. Ребят, пожалуйста, срочно берем сейчас все и подписываемся на канал, иначе я не получу подарок. Ну, пожалуйста, 8 декабря на дворе. Как можно остаться в день 8 декабря без подарка? Объясните мне, пожалуйста. Поэтому берем быстро и подписываемся. Все? Нормально? Как бы подписка дает преимущество, ты никогда не пропустишь мою и Катину новую серию на канале. Ладно, я долго это готовил, наверное, сейчас я удивлю не только тебя, а всех остальных. Давай ты сначала развернешься, вот не подсматривай, развернись в ту сторону. Хорошо, давай. Вы сейчас тоже офигеете. Делаем вот так и делаем вот так. Потом это ставим вот сюда, сейчас я вот это сломаю, чтобы больше эффекта было. И ставлю вот это. Вот так. Отойди дальше, дальше я тебя сейчас толкну вот туда, вот так, вот так. А, все, можешь разворачиваться. Точно, меня сейчас никакой ТНТ не взорвет. Никакой ТНТ тебя не взорвет, давай. Мне страшно. Что это такое? Пингвин! Я давно мечтала, я тебе решил подарить пингвина на 8 декабря. О, это так мило, иди сюда, тихо-тихо, поёрочку, тихо-тихо. Всё, в следующий раз не обзывайся, а то в следующий раз захочу тебе там кого-то другого подарить, жирафа, и вот не заслужишь. И не спрашивайте меня, как я это сделал, у меня свои связи есть, вот. Ну, пускай это останется в тайне, хорошо? Хорошо, Кать? Да, все, это самый суперский подарок. Реально, я так мечтала о пингвине. Вот. О, у нас пингвин был! Ой, пингвин! У нас Ярик вон, смотри! Он только что в джакузи купался! Ярик! Ёперный театр! Этот дельфин не учится на своих ошибках! Ты дуреманда, Ярик! Ну иди тогда в джакузи, иди поплавай хотя бы! Давай, а давай! Ну в джакузи, кстати, было не очень хорошо, он там красным горел, типа его урон наносился. Ладно, тогда не любит просто горячую воду. Как он сюда запрыгнул? У меня просто такой вопрос. Ты бухой, Ярик. Ярик. Ярик, давай серию заканчивай. Ну взлетела, взлетела, я тебя поздравляю. Ярик, давай серию заканчивай, я. Ага, ну можно и так на самом деле серию закончить. Спасибо всем огромное за просмотр. Ставь лайк, если хочешь видеть новую серию. Эти рожечки я дарю тебе. Смотри, мы вместе с Яриком прыгаем, у нас дэнс. Ставишь музыку потом сюда, которую ты сюда вставляешь. Да, хорошо, я сейчас ставлю музыку. Давай с нами вместе. Да не, у меня мозги пока что еще на месте. Thank you.